Ну что, всем привет. Просили передать привет Екатерине, Елене из Омска, по-моему, нашла комментарий. Вам привет, девчонки. Екатерина и Елена, привет. Так, что мы сегодня? Мы сегодня, знаете, что? Мы сегодня едим суп. Какой вкусненький суп. Раз. Суп диетический, вкусный. Хватит, думаю, да? Ох! Лёшка, Лёшка, ты матрёшка. Вот. Вот какой у меня суп. Вкусненький, полезненький. Добавим туда майонезика немного. Чуть-чуть. Что еще хотела сказать? Я Галина, да, такая пишет. У тебя возраст 3-летнего ребенка. Ну, Галина, у тебя возраст 2-летнего ребенка. Сколько ты там мне уже херни всякой написала? Вот так вот. Еще такой комментарий. Ты знаешь, что в мире происходит? Конечно, знаю. Что в мире происходит? Знаете, вы такие, как его правильно обозвать, чтобы вы не обиделись. Короче, вы такие люди, которые сами сидите там на диване и строчите комментарии. Другая пишет. Ты знаешь, что у Наташи там война? Знаю. В курсе. Говорит, пойди и помоги. Чем я ей помогу? Вот ты такая умная, такая написала, пойди да помоги. Вперед с песней, пойди да помоги. Сделай сама первый шаг, а потом люди потянутся. Ты пишешь тебе всякую херетень. Ну что, девки, как отпраздновали 23 февраля? Ой, мы хорошо. Вот так вот. Он говорит, почему, говорит, те руки трясутся? Так вот, позвонишься. А что за глупые вопросы? Ой, пирожок упал. Вот эти пирожочки вкусные. Вот, чтобы вам лучше видно было, какой суп. А тут и мяско плавает. Куриная грудка перекрученная. От пирожков мясо осталось. Мы решили в супе клевать. Здесь какие чебуречки. Ну как-то так, ничего иначе. Хлебчик надо приобрести срочно. Лапшичка упала. Фу, блин. Ну ладно.
Ой, очень полезный супик. Ну, иногда такие комментарии пишите. Хоть стой, хоть падай. Это война, война, войной, а работы по расписанию. Так что давай собирайся и иди помоги людям на Украине. Ну покажи, на что ты способна. Ну, что только языком трещать умеешь в комментариях. Вот возьмешь с собой камеру, снимешь, покажешь людям. Мы же как-то должны поверить тебе. Что ты правда это сделала. Или сделал. Кстати, еще хотела передать Зухре. Зухра, тебе привет от меня. Тут еще два пирожочка, угощайтесь. Еще есть другие пирожочки. Другая такая пишет, как ты не стыдно из общей тарелки есть? Не стыдно. Я же не заразная, слюней там не было. Прикинь, да. Очки одень в следующий раз. Вы такие все такие культурные в комментариях. А наяву-то вы какие, а? Сейчас напишет. Я и наяву такая же в жизни. Я очень сомневаюсь. Знаешь, нормальный человек пройдет мимо, а вот ненормальный, как ты, не проходит. Вот даже Лена семейный подряд тоже снимает влоги, да? Вы почему постоянно ее хаете? Она вам что сделала? То им это не нравится, то им то не нравится. Так делай по-своему, а другим людям нечего указывать. Как вы написали? Херовая хозяйка. Слушайте, такой хозяйке еще и позавидовать можно, как Лена. Херовые это вы. Вы же только писанькать можете. Свои гадости. Но почему? Потому что вы по-другому жить не умеете. Говорит, ой, сейчас я напишу, я душу. Чего душу излечу? Наверное. Хер его знает. А я имею в виду, и становится так хорошо,
на душе, когда она гадость-то напишет. Если как дам тыкву. Это было не вам сказано. То, что вы там Никиту хаете. Да Никита намного лучше, чем вы. Никита подрастет, ему уже 18, будет ему лет 20. Он вам покажет Кузькину мать. Понятно вам? Я Галина. Чиполлино. Вот так вот я Галина. Говно ты, а не Галина. Я надеюсь, тебе понравилась Галина. Ой. Съела свой великолепный суп. Он был очень вкусный и полезный, низкокалорийный, как всегда. Так что, не забываем писать свои писюльки, писать комментарии, нажимать на колокольчик и подписываться на канал. Всем пока!